Мы с вами видели, что православный путь спасения это очень непростой процесс, более того, это очень длительный процесс. Собственно, это процесс, который занимает всю жизнь человека и даже не заканчивается за окончанием жизни человека. Так что, если православный христианин желает быть спасенным и как-то не наплевательски, как многие, а серьезно относится к этому вопросу, то вся его жизнь ⁇ это такие непрерывные усилия, непрекращающиеся и постоянные. Это тяжело, это трудно, и на таком пути человек естественным образом ищет помощь, естественным образом ищет какие-то вспомогательные средства, которые ему помогут по этому пути пройти. Понятно, что в качестве основного вспомогательного средства задумана сама церковь и исповедание, евхаристия, богослужение. Это то, что должно поддерживать, подпитывать православного человека. Но помимо вот такого церковного подпитки, есть еще некоторые другие средства, которые тоже важны для православной жизни, важны для православного движения по пути спасения. И первое из таких средств, если так можно выразиться, это святые. Для в православной жизни при трудностях каких-то, которые испытывают православное, чрезвычайно большую роль играет молитвенное общение со святыми. Мы уже с вами говорили, что святые – это люди, дальше других, прошедшие по дороге обожения. Святые – это люди, которые достигли бесстрастия. И вот через это бесстрастие, через достижение такого состояния, стала очевидна их святость, стал очевиден успех их в этом движении. И раз они далеко прошли по этому пути, то они могут быть полезными, они могут помочь. Когда мы говорим о помощи со стороны святых, можно говорить о двоякой помощи. Первая помощь такая не сверхъестественная, а просто педагогическая помощь. Они служат примером, которому можно подражать. И в православной духовности считается нормальным регулярно читать жития святых. Желательно просто каждый день читать жития святых для того, чтобы смотреть, как жили другие святые люди, и глядя на их жизнь, глядя на их пример, глядя на то, как они справлялись с бедами, грехами и проблемами, подражать и тоже становиться святым. Кстати, при воспитании детей, да, тоже особо рекомендуется чтение житий святых, чтобы у них с самого начала перед глазами был какой-то такой вот реальный пример. Святые православные чрезвычайно разнообразные, есть богатые, есть бедные, есть знатные, есть простые, есть мужчины, есть женщины, есть старики, есть дети. В общем, на любой вкус можно найти какого-нибудь святого, и у людей есть какие-то любимые святые, которых они избирают, которым они, может быть, в большей степени бы хотели подражать. Тут просто, чтобы как, как некая иллюстрация, значимости святых вот в и под значимости подражания святым по забавная иллюстрация, но все-таки не так давно читал а, статью написанную одной православной женщиной, и она в статье обсуждает, как нужно одеваться. Ну вот люди приходят в церковь, как нужно одеваться вот при этом. Она говорит, вот часто люди приходящие в церковь очень некрасиво одеваются, как-то вот все невзрачно, но есть же, например, причисленная к лигу святых царская семья. Ей сохранились фотографии царской семьи. Можно посмотреть, как одевались святые, святая царская семья, и подражать. Понятно, что пример немного забавный, наверное, даже не у всех есть возможность финансовая одеваться точно так же, как одевалась царская семья, но показательный метод рассуждения. То есть среди святых найти какую-то модель, найти какой-то образец, найти а, что-то соответствующее ситуации и избирать и подражать. А, когда возникают споры, ну в том числе возникают споры, вот можно, христианину что-то нельзя, христианину нужно ему что-то делать, не нужно делать, а, то большая часть православной аргументации, если вы понаблюдаете, как православные именно между собой спорят, это попытки найти в житиях святых соответствующей ситуации. Там война, да, участвовать в военных действиях, не участвовать в военных действиях. Ну, нужно найти святых, которые в военных действиях участвовали. Да. Или, например, даже вот такая, такое странное явление – как отношение к Сталину. Мы упоминали, что вот православные а, с их особой любовью к империи, к России, к вот, на фоне вот этих всех идей Москва, Третья Рима, отсюда любовь к сильной власти. Среди православных есть группа людей, которые с уважением относятся к Сталину. Как можно аргументировать уважение к Сталину? Ну, например, был митрополит Лука, там известный врач, ну, в советские времена, и при этом святой. И он в свое время о Сталине отзывался хорошо. Раз святой отзывался о Сталине хорошо, то мы должны подражать святому и тоже отзываться о Сталине хорошо. Ну, конечно, правда, есть другие новомученики российские, которые не так хорошо отзывались о Сталине, поэтому другие всегда могут найти другой образец. Но вот это вот православная жизнь, какое-то руководство, какой-то вот выбор вот на этом пути, это подражание святым, а на практике поиски вот святых, которые наиболее подходят к тому, что ты хочешь найти. Иногда такое тоже бывает. Это первая педагогическая составляющая общения со святыми. Есть вторая грань общения со святыми. Ну, то, что мы могли бы назвать, наверное, мистическая помощь святых, когда люди в молитве обращаются ко святым и в молитве, обратившись, ожидают, что будет определенная помощь. Опять-таки, в православной среде. Рассказываются сотни разных историй о том, как в той или иной ситуации кто-то помолился святому, и святой ответил, из какой-то опасности вывел, от какой-то беды избавил, какая-то помощь пришла, книги печатаются, причем большое количество книг, а там ответы на молитвы, например, святому Николаю, и разные разные истории про людей молившихся и получивших помощь. Поэтому для православной духовности это так нормально и это естественно в трудных обстоятельствах молиться святым и помолившись святым от святых получать помощь. Какие, какие аргументы есть у православных в пользу такой практики? Почему мы задаемся вопросом об аргументах? Но ну, открывая Библию, мы никаких молитв святым не видим. Да? Вот, хотя и описана какая-то жизнь в древней церкви, но как-то без молитв святых. Первый аргумент, постоянно используемый православными, это то, что у Господа все живы. Неважно, что человек умер, раз у Господа все живы, помню, ну, библейская цитата, конечно, из совершенно другого контекста, но раз у Господа все живы, значит, и святые тоже живы могут как-то реагировать. Второй аргумент. В Библии предписано молиться друг за друга. И отсюда, раз мы можем молиться друг за друга, и раз мы можем живых попросить, чтобы они помолились о нас, кто нам мешает попросить и умерших, которые у Господа живы, чтобы они помолились о нас? Тем более они такие опытные, духовные, более того, они находятся близко к престолу благодати. И может быть в этом отношении их молитва будет более значимой. Ну и плюс к этому, конечно же, вот эти вот все многочисленные истории, которые служат каким-то побуждением, подтверждением а, того, что молишься святому, и толк от этого есть. Что мы можем сказать по этому поводу? И что ну, может быть, как протестанты мы можем отметить, какие проблемы можем, как протестанты, ответить, в такой, отметить в такой аргументации. Библия действительно призывает молиться друг за друга, и я думаю, что это не случайно так сделано Богом, а, потом Бог специально делает Например, прочитайте первую главу а, второго послания Коринфинам. Павел достаточно ясно показывает, что Бог очень часто в, для пользы одних действует через других. То, что случалось с Павлом, и, и все его беды, и все утешения, он говорит, это не для меня, это для, для вашей пользы, для Коринфина. И потом говорит о себе, что по молитве Коринфин многое случается у... Жизни. Бог так устроил свою церковь, что действительно Бог действует в жизни одних людей через других людей. Мы эгоисты. Мы бы хотели замкнуться в мир себе, мы бы хотели сами решать свои проблемы и быть независимыми от других, но это противоречит природе церкви которое Богом создано как единое тело, и Он даровал нам такую возможность взаимодействовать друг с другом как единому телу, и Он в том числе и делает так, что молятся одни и пользу получают другие. Но вот что происходит, когда мы начинаем молиться святым? Начиная молиться святым, мы тем самым снимаем ответственность себя за установление отношений с вполне реальными, живыми и находящимися рядом со мною братьями и сестрами, и перекладываем это все на таких безответных, беспроблемных да, святых. Ну, понятно, что к святому всегда легко обратиться. Он же не живой человек с проблемами и с необходимостью строить отношения. Но я думаю, рассуждаю, конечно, как протестант, но я думаю, что молитва святым даже в этом отношении приводит к некоторой потере в нашей церковной жизни и в созидании церкви, так как она задумана Богом. Плюс отсутствие библейского подтверждения делает эту практику ну, чрезвычайно сомнительные, так что, может быть, не стоит спешить с баптистским принятием Молитвы святым, даже несмотря на то, что у Господа все живы. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным. Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте твсеминари.ком но а если говорить, что касается самой молитвы, то моли, традиционная молитва святому в православии выглядит следующим образом. Я просто приведу пример молитвы Николаю Чудотворцу. О все святые Николая, угодниче презряден Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче, Помози мне грешному и унылому в настоящем тем житии. «Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, и согрешивших от юности моей во всяком житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души моей помозиями окаянному. Умоли Господа Бога все твари соделателя, избави меня воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Святого Духа и Твое милостивое предстоятельство ныне пресно и во веки веков. Аминь. Обратите внимание на, саму, на сам формат молитвы. Несколько раз повторяется: Умоли Бога обо мне. То есть, все-таки, святой в большинстве случаев в православной церкви, это не тот, кто действует непосредственно. Но святой в православной церкви это тот, кто молит за тебя Бога, и таким образом ты получаешь ответ. А, правда, это в теории, на практике все эти истории про святых, многочисленные книги а, про то, как святые отвечали на молитвы, и вот такое общее ощущение, часто встречающееся среди многих православных, будто бы святые это какие-то вот такие особые боги, если таким образом можно выразиться, младшие боги, которые самостоятельно могут посылать помощь. И здесь есть риск некой трансформации духовности, такого приписывания божественных свойств, обожествления определенных святых. Конечно, в рамках учения об обожении, может быть, обожествление и не сильно удивит православных людей, но все-таки то, с чем по-хорошему бы стоило отобращаться а, к Богу, вдруг перемещается на совсем других. А если говорить о молитве не просто святым, а о молитве Марии, то здесь молитва звучит еще более интересно. А я тоже приведу пример одной из молитв Марии. «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица» приятелище серых и странных предстоятельницы, скорбящих радостей, обидимых покровительницы. Зриши мою беду, зриши мою скорбь. Помози ми, яко немощно, окорми а корми мя, яко странно. Обиду мою весе разрешиту, яко волише, яко не мам иные помощи, разве тебе не иные предстоятельницы, не благие утешительницы, только мы тебе, у Богоматии, я когда сохранишь имя и покрыевшее во веки веков. Аминь. Прошу прощения за мой славянский, мало у меня опыта произнесения подобных текстов. но все-таки, Обратите внимание на некоторое различие в молитве Богородицы, особенно яркое выражение «не имам иные помощи разве тебя», то есть «не имея другой помощи, кроме тебя», да. «не иные предстоятельницы, не благие утешительницы». В молитве Мария описана как единственный помощник, единственный утешитель, единственный предстоятель. Но вообще говоря, зная о Христе, зная о Духе Святом, да, такие слова достаточно трудно произносить. Потому как у нас есть и утешитель, есть и помощник, есть и тот, к кому мы можем обращаться. Православный говорит, ну это поэтический образ. Но все-таки поэтический образ в народном сознании иногда таким образом трансформируется, что люди и начинают воспринимать Марию таким образом, как кого-то более понимающего, более милостивого, более открытого чем сам Бог, какие-то рассуждения, ну, она же мать, сын ее послушается, да, вот, и, 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 прочее всякое вот такое благочестие, и вплоть до каких-то уж совсем анекдотических народных верований, что мы веруем в Троицу, в Христа, Марию и Николу Угодника, да. Ну, я понимаю, что это шутка, но не сильно шутка, всякое в жизни встречается действительно, вот такая православная духовность очень часто сосредоточена на Марии и почему-то на Николае Угоднике. Николай Угодник, по известный в англоязычных странах как Санта Клаус, по каким-то причинам стал чрезвычайно популярным святым, епископ Мирликийский, живший в конце третьего начале четвертого века по преданию участник Первого Вселенского Собора, ну, при жизни, согласно житие, прославившимся тем, что действительно заботился о бедных, например, там вот подбрасывал деньги в дома бедных, чтобы детей в рабство не продавали. Ну, много интересного связанного с его жизнью и, наверное, многие вещи действительно достойны и при, достойные примеры достойного уважения. Но как-то так просто исторически случилось, что вот среди всех, всех всех святых для на Руси он особым образом выделился и чаще всего ему молятся. Есть другие святые, им тоже молятся, и вот здесь нам, может быть, нужно пару слов сказать о канонизации святых. Канонизация не делает святого святым. Святой человек, я напоминаю, это человек, достигший бесстрастия, да, человек, победивший страсти, человек, прошедший далеко по пути обожения. Канонизация – это признание со стороны церкви этого факта, и даже не стоит, более чем признание – это выбор этого человека – в качестве как раз примера объекта для подражания, ну и какая-то рекомендация к молитвенному общению. Так что церковь канонизирует разных людей. Иногда, конечно, канонизация может быть больше не столько святостью обусловлена, сколько то политическими причинами. В истории православия а, такое бывало, то еще какими-то соображениями, но есть и где-то то, что выглядит как пример. Так что в целом... Жизнь православного христианина наполнена многими святыми, среди которых Мария и Николай Угодник особо значимая, наполнена постоянным молитвам этим святым, наполнена иконами этих святых, вот каким-то молитвенным обращением перед иконами, свечами, целованием, наполнена надеждами на их ответ наполнены всевозможными рассказами, устно передающимися или письменно о чудесах этих святых, наполнены какими-то воспоминаниями об их житиях, деяниях и так далее. И... Глядя на православное понимание спасения, как длинный, длинный, трудный путь, где от любой помощи отказываться не стоит, мы можем понять, почему православные наполняют свою жизнь всем этим, почему православные ищут такой помощи и поддержки. Потому что действительно... Тот труд, который перед ними, он непростой и побуждает к поиску этого, а в модель обожения очень легко вписывается представление о святых. Мы, как протестанты, можем, конечно, уважать и даже епископа Мерликийского и многие вещи, которые он делал. Но обращаться к Нему в молитве, даже если он у Бога сможет слышать все-все-все эти молитвы одновременно и близок к престолу и так далее, все-таки вот это вот обращение к молитве это бегство от реальной ответственности за взаимодействие с реальными людьми. ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.